Шлепаем, короче, с Ксюхой вдоль шоссе. Вот, и проезжают тачки. Нагорная 2. Вот, смотри, какие оляпистые ворота. Мне нравится. Господи, какой кошмар. Такая цыганщина. Вот, мы, короче, приехали в какую-то усадьбу. Асфальтировка. Вот как эта услуга называется. Вот написано «Асфальтировка». Сначала мы снимали эльфа в лесу, потом завалились в какой-то лакшери замкадный рестик. Вот, вкусно пожрали. А теперь, значит, топаем, чтобы растрясти это все дело, да? А, вот это вход. Ну, то есть здесь получается вдоль шоссе, вроде как вот эта линия означает, что парковаться нельзя. Поэтому мы припарковались около какой-то автомойки, потому что там не было вообще никаких людей. Я хотел спросить, типа, кому дать денег, но, в общем, никто не вышел. Из живых существ был только черный пес-барбос. А через вон тот забор перелезать надо? Вообще, мы вроде как двигаемся в сторону какой-то заброшенной усадьбы. Да, она же заброшенная? Ксюха посмотрела по карте, что можно обойти как-то вокруг. Ну же, здесь забор. Не, а туда, в принципе, можно попасть-то? Мы можем тогда здесь перелезть, пройти, а там выйти. Перелезешь? Ну как-нибудь, вон на дерево залезем и гоу. Вот, а мы, значит, Это что было вообще? Короче, по лесу, чтобы не идти вдоль шоссе. Ну тоже, как бы не очень понятно, что лучше. Да, наш экскурсовод говорит, что поскольку здесь тропинка, значит здесь часто ходят. И вообще здесь так принято. Так, начинаем движение в гору. О, тут, короче, деревянный забор. И он сменяется, вон стрелка синяя, может быть нам... Ни хрена себе, смотри, что тут. Вот это овраг. А вон вход. Ой, фу, там это, влажно, это не очень хочу. У меня кроссовки. А что, вон же стрелка нарисована. Вон, видишь синяя стрелка? Судя по всему, вот тут был вход, который закрыли и... залепили колючей проволокой. Здесь тоже вон какими-то бревнами забили. Ну, с другой стороны, мы гуляем по лесу, это полезно. Так что плюсы в любом случае есть. Йо, мы вернулись к цивилизации в виде дороги. Идти, кстати, сильно приятнее, чем по лесу. Особенно, когда нет машин. Хэйо, мы прошли синюю будку, у которой, как мне кажется, тоже нельзя парковаться. И вроде как единственная оставшаяся дорога, на которую мы возлагаем сейчас основные надежды, находится вот прямо направо, вот туда. Вот туда. Посторонним В написано. Вход строго запрещен. Объект находится под охраной ЧОП-ЧОП. Там дорога. Что, что-нибудь такое? Вылетает такое? Конечно, они переживают, что все рухнет. Вот, мы сюда добрались, но хуй вошли. Че расстроена? Ну ладно, может, зато покушала вкусно. Да согласна, может быть какую-нибудь дыру посмотрим? Ну а потом с охранниками будем тусить? Сдадим тебя в сексуальное рабство. Блин. Зато новое ощущение.